7 апреля. Я туплю в Солошинске. Снимаю это видео. Такие у соседа цветут нарциссы. Такие маленькие цветочки голубые. Так, мои куры ходят. Мои куры ходят. А что они тут ходят? Я уже знаю, я уже вижу, что это мои ласточки. Цыпы, вы что тут делаете? Пойдемте домой. Пойдемте домой, мои ласточки. А кто вас выпустил? Нифига себе. Это вот мой участок. Это соседский. Везде уже набирает свет. День сегодня не очень хороший. Вот, сирень собирается цвести. Приветствую. Сирень. Сейчас покажу. Цыпы. Вы как туда попали? Цыпы носятся. Нифига себе. А вот тут вот, а вот это вот нарциссы цветут. А вот там вот белые собираются цвести. Пионы набирают цвет. А вот это гиацинты. Голубой. Светло-голубой, розовый, а там белый сломался. Как они пахнут? Это Люся бегает. Давай сейчас цыпы позовем. Цыпы, 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 идите домой. Идите домой, мои ласточки. Кизил отцвел, Анютка побелила деревьев. Деревьев 78, я, кстати, посчитала, Аня. Так, что у нас тут? Кресел, нарциссы, их летом не видно, а сейчас они еще не цветут. Ну, тут вот какие-то маленькие цветочки цветут. Где-то вот у нас огород. Ну, пока вот еще вот только вот у соседей там цветет хорошо. У нас только вот персик только собирается цвести. Дерево нам присадила, вот она, грушка. Набирает цвет и персик. Будет персик. Люся меня встречает.